автор и текст в эпиграфике флорентийского предренессанса. Когда мы читаем текст хроники Джованни Вилани, новой хроники, то мы под 1250 годом, так сказать, видим знаменательные преобразования, так сказать, в жизни Флоренции, флорентийского общества, вот, так сказать, середины XIII века. В частности, установление так называемой первой пополанской коммуны. И Джованни Вилани, так сказать, достаточно подробно описывает, так сказать, все перипетии, так сказать, смены власти политических партий, так сказать, переход правления от гибеллинов к гвельфам и те, так сказать, трансформации в институтах власти, в, так сказать, статусе некоторых, я бы так сказал, влиятельных семейств, которые в связи с этим происходят. Но мне бы хотелось подчеркнуть еще одну вещь, о которой Вилани напрямую не говорит, потому что для него это некая техника, так сказать. Да? Для нас это факт очень важный. Переход к первой пополанской коммуне в Флоренции был связан прежде всего с приходом к власти и, я бы так сказал, вхождением во власть того, что мы понимаем как нотариальная элита. Нотариальная элита – это не просто некая социальная прослойка, как мы бы ее могли понимать, или как некая, я бы так сказал, техническая прослойка общества. Но нотариальная элита – это элита, носитель определенных культурных традиций, связанных с прежде всего с античной культурой, с античным культурным наследием. И это, так сказать, та элита, которая начинает зарождаться в итальянских городах, начиная примерно с рубежа IX-X веков и представлена в X веке как минимум уже в северо-итальянских городах в виде так называемых каузидицы, которые, так сказать, являются собой не только, так сказать, неких подсобных, так сказать, специалистов в области права, но и являют собой людей, образованных определенным образом, носителей определенных знаний из римской, культурной, политической и других традиций. И поэтому вот этот переход к власти так называемых нотариальных элит стал чрезвычайно важным событием в жизни, так сказать, первой паланской коммуны. Около 1250 года во Флоренции строится, возводится так называемый дворец капитана народа, который мы сейчас все знаем как Барджелло. Вот, собственно, перед нами Барджелло. И я буду говорить о той плите, которая находится вот здесь, вот, если можно присмотреться, внизу, вот под камерами, так сказать. Это такой небольшой, достаточно, ну, сравнительно небольшой блок, каменный блок. Выглядит он следующим образом. И, собственно говоря, вот его, так сказать, некая, так сказать, пропись латинская, он состоит из трех частей. Первая часть – это нотификацию, то есть указание на то, при ком был построен этот дворец, дворец коммуны. Причем сразу добавлю, что нотификация связана в данном случае с нотариальными фирмами. Это, так сказать, просто копия фирм нотариального акта, любого акта той эпохи. Вторая часть – это диспозиция, и третья часть – это дотация. И вот, собственно говоря, вглядимся в перевод и те места, которые нас особенно будут интересовать. Ну, так сказать, упоминаемые лица – это папа Александр, папа Римский Александр, король Вильгельм – это Вильгельм Голландский. Те люди, которые, так сказать, упомянуты далее – это значимые, так сказать, политические фигуры вот времен первой паланской коммуны. И, собственно говоря, текст говорит, что начало строительства дворца восходит к эпохе Бартоломео де Нуволона, капитана народа, собственно говоря, для него этот дворец начинают строиться, родом из Мантуи, мужа блестящего ума, славного, выдающегося честностью, его военные штандарты служат ему славой, и знамена его становятся выдающимся украшением народа, собственно, пришедшего к власти, что доставляет великую радость тем, кто город чает до небес возвысить. Первый момент, который вас будет интересовать. Далее идет, так сказать, вот такой достаточно пространный, так сказать, текст, сочетающий в себе такую некую политическую программу и лавдацию, так сказать,
пришедшей к власти новой, так сказать, Флоренции. И что здесь нам важно, да, что Флоренция утверждает, приобретает и неистово простирает ныне военные лагеря в невредимости, морем, сушей, всем миром владеет, и Флоренция, подобно Риму, в постоянстве триумфа, все решает на основе твердого, и я бы добавил в скобках, своего права. Вот, как бы, и далее идет дата, в год от Рождества Христова, 1255, 13 индика. Вот на эти моменты мы постараемся, так сказать, в дальнейшем обратить внимание. Ну, естественно, так сказать, да, и связь, так сказать, текста, да, с реальной нотариальной практикой, и просто-таки, так сказать, да, вот копия, да, первой части из нотариальных фирм той эпохи, составленность, да, вот первой части по правилам нотариальных фирм той эпохи, обращает нас, так сказать, в поисках автора этого текста, разумеется, к, так сказать, людям, с одной стороны, участвующим и влияющим на политическую жизнь первой коммуны, так сказать, вот в 50-х, 60-х годах 13 века, и, во-вторых, так сказать, да, к кругу лиц, которые непосредственно занимаются нотариальной практикой. То есть, исходя из, так сказать, этих двух моментов, мы и постараемся говорить об авторе данного текста. А, собственно, этот текст и есть вот то, что мы знаем как Тарго дель Барджелло. Да, собственно, это плита и именует сейчас Тарго дель Барджелло. Конечно же, так сказать, этим двум критериям, о которых я говорю, первое – участие в нотариальной, реальной нотариальной практике эпохи, и второе – участие в политической жизни, вот этим двум, так сказать, критериям прежде всего, конечно же, так сказать, удовлетворяет фигура Брунетто Латини. Брунетто Латини известный политический деятель той эпохи, человек, который ну, вдали в 60-х, 70-х годах был едва ли не крупнейшим политическим деятелем флорентийской коммуны. И вот так сказать, в библиотеке Лоренцано во Флоренции находится интересный текст. На последней незаполненной странице институционной грамматики Присциана мы встречаем, вот, собственно говоря, этот текст, который является ничем иным, как протографом, вот, так сказать, приведенного мной эпиграфического текста. То есть это не что иное, как некий первый вариант с небольшими, очень незначительными, так сказать, добавлениями и изменениями в тексте. По, так сказать, полиграфическому анализу мы можем говорить о том, что данный текст написан с использованием некоторых приемов курсивного нотариального письма, но главное, что нам здесь важно отметить, что текст, который мы сами видим, достаточно близок к 100%, так сказать, автографам Брунетто Латини. Вот, например, перед нами из так сказать, нотариальных архивов, его нотариальные фирмы. Мы здесь видим, да, вот внизу под таким вот значком, так сказать, нотариальным значком, мы видим, что я Брунетто, сын Бонакорси Латини, нотариус, так сказать, вот при этом при всем присутствовал и, так сказать, позванный все это зафиксировал. Et ego Brunectus Bonacorsi Latinus notarius predictis Интерфуэте Рогатус Публице Скрипси. И другая, так сказать, нотариальная фирма, достоверная нотариальная фирма Брунетто Латини, достаточно близка по своим полиграфическим параметрам к тому протографу, о котором я говорил. Ну, собственно говоря, вот это два нотариальных акта, как первый датирован августом 1254 года, то есть это, собственно говоря, уже расцвет первой Паланской коммуны во флорентийском архиве, договор о мире между гвельфами Ареццо и Флоренцией. Латини присутствовал при заключении этого мира и, так сказать, зафиксировал его нотариально. А второе – это более позднее письмо, так сказать, письмо уже, так сказать, как бы датирующееся изгнанием Брунетто Латини из Флоренции, это 63-й год, в секретном архиве Ватикана, письмо из Арасса для римской курии, которая фиксирует лояльность Риму изгнанных из Флоренции банкиров. Они были изгнаны после падения в 1260 году, после битвы при Монтаперти, так сказать, первой Паланской коммуны. И вот эти банкиры, так сказать, пишут папе, что, так сказать, мы и наши финансы, так сказать, лояльны вашему святейшеству. И, собственно, опять-таки же, да, нотариально это фиксируется Брунетто Латини. Что мы видим в итоге с точки зрения полиграфического анализа? С точки
достижение полиграфического анализа между протографом и подлинными фирмами латини достаточную степень схождения или полную идентичность представляют собой следующие буквы, которые вы видите на экране. Это маюскульные Е, И, Г и минускульные Б, Д, С, Л, H, Е и У. Таким образом, с полиграфической точки зрения, вероятность того, что Бруно де Латини является автором протографа на пресциановском манускрипте из библиотеки Лоренциана, с одной стороны, и таким образом имеет прямое отношение, прямое авторское отношение к тексту, зафиксированному эпиграфическим памятником, достаточно высока. Мы не можем говорить о стопроцентном, так сказать, стопроцентной возможности, но то, что Бруно де Латини с полиграфической точки зрения является во всяком случае автором протографа, достаточно вероятно. Теперь обратимся к другому, так сказать, внеполиграфическому ракурсу и посмотрим, есть ли возможность взглянуть на авторство Бруно де Латини, возможное авторство Бруно де Латини, через призму другого авторства. Посмотреть, так сказать, как авторские возможности одного автора могут помочь подойти, так сказать, к фигуре и факту авторства другого. Мы впервые Бруно де Латини встречаем в дантовском тексте, так сказать, в тексте комедии, дантовской комедии, в 15-й книге «Ада». И я сразу скажу, что Бруно де Латини является, пожалуй, чуть ли не единственным персонажем, так сказать, Данте, с которым у Данте произошел, так сказать, тактильный контакт. Бруно де Латини касается Данте в комедии. И, собственно говоря, появляясь в 15 главе, Бруно де Латини сопровождает Данте. Он говорит о судьбе Данте во Флоренции, о судьбе Данте как изгнанника в его Флоренции. А я напомню, что между Бруно де Латини и Данте примерно полвека. Я имею в виду между, скажем так, политической жизнью Данте и политической жизнью Бруно де Латини примерно полвека. Политическая жизнь Данте приходится на 1290-1301-1302 годы. Бруно де Латини – это фигура первой Паланской коммуны, то есть примерно 1250-1270 годы. То есть он действует во Флоренции чуть дольше, чем существует первая коммуна, но тем не менее между ними примерно полвека. Латини – учитель Данте, наставник Данте. И, собственно говоря, так сказать, появляясь, да, в «Божественной комедии», Латини, так сказать, предсказывает Данте его, так сказать, плачевную судьбу, его непонятость, его, так сказать, неблагодарность города. И далее, уже в 16-й книге, вслед за вот этой вот, так сказать, ключевой фигурой коммуны первого народа, появляются другие деятели ранней пополанской демократии во Флоренции. Это Гвидо Гвера, это Тедьяльдо Бранди и Якопо Рустикуччи. Причем ко всем к ним у Данте очень, я бы сказал, теплое отношение. «Будь у меня защита от огня, я бросился бы к ним с тропы прибрежной, и мой мудрец одобрил бы меня, но устрашенный болью неизбежной побоялся кинуться к теням и к сердцу их прижать с приязнью нежной. Потом я начал не презрение к вам, а к скорби о вашем горестном уделе вошла мне в душу, чтобы остаться там». Таким образом, в 15-16 главе дантовского текста появляются все главные политические и военные представители первой Паланской коммуны. Это Латини, это Гвера, это Альдобранди, это Рустикуччи. Далее. Мы читаем, так сказать, да, сказав о, так сказать, судьбе Данте, сказав о, так сказать, его печальной участи, Бруно де Латини как бы уходит в сторону, и далее у Данте появляется очень интересный текст. Данте, как бы, так сказать, вновь следуя за Вергилием, так сказать, как бы обращаясь, так сказать, к своему, так сказать, логическому ходу, Данте говорит: «Стан у меня веревкой был обвит, я думал ею рысь поймать когда-то». В итальянском тексте, как мы видим,
«prender la lonza», «a la pelle dipinta». Да, «lonza» — это не совсем рысь в итальянском, так сказать, в подлиннике. Это скорее снежный барс. Это, причем здесь я обращаю, так сказать, нас всех к очень фундированному исследованию Алинеи последних вот, буквально лет, где этому зверю, так сказать, его определению, так сказать, посвящена целая глава. Так вот, это «lonza», будем условно называть ее рысью, так сказать, является предметом некой охоты, так сказать, Данте с помощью вот этой вот веревки. Он думал ее поймать когда-то вот с помощью этой веревки. Ну, здесь очевидно, что, так сказать, Данте думал поймать, так сказать, свою Флоренцию, так сказать, Флоренцию его времени, поскольку Данте с 1301 года являлся одним из семи приоров во Флоренции, на, так сказать, плечи которого была возложена очень тяжелая миссия, которая в конечном итоге его погубила, миссия примирения двух политических партий. Не просто гвельфов и гибеллинов, а, так сказать, хуже, черных и белых гвельфов. И, собственно говоря, так сказать, отсылка к вот этой вот, к этому животному, к этой лонце, так сказать, с раскрашенной шкурой, к этой лонцу, которой мех так весело блестит, это отсылка, так сказать, к Флоренции Данте, разбитой, так сказать, разделенной на действием двух противостояния двух политических партий, белых и черных гвельфов. При этом у латини мы встречаем его тезору, мы встречаем отсылку на, и причем прямое толкование, что пантера – это некое животное, покрытое маленькими белыми и черными пятнышками, как будто бы маленькими глазками. «Таккато ди пикколе такке бьянке и нере, сикоме пикколе окки». Значит, вот, собственно говоря, и, наконец, в дантовском тексте мы встречаем «алькуна вольто», да, некое указание, сказать, поймать когда-то. Да? Собственно, когда же Данте пытался поймать это дикое животное, да, сказать, это 1290-1301 год, собственно, год правления, так сказать, Данте, год его участия в политической жизни, год его правления в качестве, так сказать, члена коллегии семи приоров Флоренции. И, собственно, здесь таким образом, да, мы встречаем как бы отсылку на, так сказать, ситуацию с одной стороны дантовской Флоренции, эпохи рубежа 13-14 веков, и с другой стороны, на ту же ситуацию, только полувеком ранее, потому что, собственно говоря, противостояние между гвельфами и гибеллинами, так сказать, привело к появлению первой, так сказать, народной демократии во Флоренции середины 13 века. Далее, с помощью веревки, Вергилий выкликает для Данте гиганта Гериона. И далее мы смотрим. Герион, так сказать, я видел к нам из бездны, как пламец взмывал какой-то образ возраставший, чудесный для дерзостных сердец. Таким образом, Герион, как некий символ, так сказать, для Данте Флоренции эпохи латини, взмывает из бездны, это некая интенция движения вверх, та же интенция представлена в конце первой части текста, где, так сказать, все, ну, что называется, патриоты города, да, «Urbem consurgere cello», желали, так сказать, возвысить город до небес. Собственно говоря, от, так сказать, Флоренции дантовской, так сказать, эпохи, Данте обращается как бы, да, за введением в текст персонажей середины XIII века к образу Флоренции, столь далекой и одновременно столь милой, так сказать, ему, и одновременно столь ненавистной ему, собственно, середины XIII века. И далее, так сказать, описывая этого гиганта Гериона, так сказать, мы встречаем вполне интересные, так сказать, четкие признаки. Ну, во-первых, его спина, брюхо и бока в узоре пятен. То же самое, что, так сказать, лонца в описании, чуть более раннем описании Данте. Далее, Герион, пред кем ничтожны и стена, и меч, вот то земные просторы и так далее, он, так сказать,
что он делает? Он rompe и muri e l'armi. Он как бы, да, так сказать, разбивает все стены и преодолевает всяческое оружие. Мы встречаем в нашем эпиграфическом тексте описание Флоренции, которое Фирмут устанавливает, эмит, так сказать, простирает, и фервенс стернет, и, так сказать, и в неистовстве как бы устремляет вдаль ныне свои, свои кастра, свои укрепления, и которые маре, терром и тотум посредит урбом, да, и которая, так сказать, морем, землей и всем миром владеет. И чуть более дальний текст Данте уже 26-й книги прямо-таки отсылает нас к началу эпиграфического текста. «Гордись, Фиоренца, доли величавой, ты над землей и морем бьешь крылом, и самый ад твоей дополнен славой». Далее, Флоренция эпохи Латини. Это Флоренция активно торгующая. Недаром у Данте появляются и татары, и турки, и немцы. Флоренция торгует и на севере, и на юге. И далее обращает на себя внимание следующие вещи. Вот этот текст в эпиграфическом, так сказать, да, нашем, да, примере, вот «Кве маре», «Кве терре», «Кве тотум» и так далее, это, собственно говоря, практически прямая цитата из Лукана, из его «Фарсали». «Меч тиранию дробит, и богатство народа владыки, морем и твердой землей, и целым владевшим миром, мало теперь для двоих». Лукан, конечно же, описывает события гражданской войны в Риме, противостояние, так сказать, помпейской партии и цезарианской партии, но для Данте одновременно и для Латини одновременно это противостояние прежде всего гвельфов и гибеллинов и извечное противостояние, так сказать, проимперской и, так сказать, пропополанской партии в, так сказать, в городе. Но тем более, если это важно, что Флоренция эпохи первой пополанской коммуны, об этом мы видим в тексте, так сказать, да, Гвитона д'Ареццо, прямые указания, это Флоренция, которая противопоставляет себя не только, так сказать, как бы Риму, современному, скажем так, ей в кавычках, римской, так сказать, да, германской, римской империи, но и славе Рима. Флоренция хочет выйти на первый план, так сказать, как бы воздвигнуть новую славу и заменить собою Рим. Флоренция мыслит себя как некий новый Рим. И Гютона д'Ареццо прямо пишет, что она, так сказать, как бы, да, Флоренция приобретала и земли, и провинции, и, казалось, хотела создать некую империю, как то уже прежде когда-то сделал Рим, как то уже прежде когда-то удалось Риму. Таким образом, отсылка на Лукана здесь – это и та отсылка, которую потом мы будем встречать в, так сказать, текстах Латини. Латини очень любят вообще цитировать Лукана, и в его произведениях мы часто встречаем цитаты Лукана. И, во-вторых, отсылка на Лукана – это некая отсылка на ту реальную, так сказать, политическую ситуацию, которая важна, с одной стороны, для Данте, с другой стороны, как бы, да, для Латини, и с третьей стороны, для Флоренции первой коммуны. «Пусть охранит ее Христос, потому что, так сказать, она все решает на основе твердого права». Здесь стоит указать на, так сказать, текст риторики Бруно де Латини, где он пишет, что Помпей, обращаясь, так сказать, к своим войскам в противостоянии с Цезарем, говорит: «La nostra causa piena di diritto, di giustizia». Наше дело буквально-таки правое, и, так сказать, оно полно справедливости. И, так сказать, именно это дает твердую надежду иметь, так сказать, поддержку, иметь помощь Бога. «Ferme speranza d'avere Dio in nostro aiuto». И с другой стороны, Бруно де Латини в риторике цитирует того же самого Лукана из «Фарсали». «Causa jubet melior superus sperare secundus». «Правое дело велит, на Всевышних надеется больше». Таким образом, как бы подытоживая, что мы можем сказать? Что
Не только полиграфический текст, не только полиграфические данные могут говорить о том, что Брунетто Латини является весьма вероятным автором текста на современном Барджелло, на так называемый Тарго дель Барджелло. Не только, так сказать, полиграфические данные, но и, я бы так сказал, образ Латини, с одной стороны, намеченный в произведениях, в произведении Данте, а с другой стороны, так сказать, те политические и, я бы так сказал, авторские меты, которые расставляет Латини в своем тексте, в известных нам текстах Латини. С одной стороны, Латини — это несомненный сторонник флорентийской демократии, и с другой стороны, Латини — это прежде всего, я бы так сказал, человек, который, в частности, хорошо знает античных авторов, в частности, Лукана, и цитирует их в своей риторике для создания определенной идеологии ранней флорентийской коммуны. В завершение хотелось бы подчеркнуть следующее, что мы помним, что Латини у Данте находится в аду в 15 главе, да, вот в 7 круге, за что? Ситуация очень странная. Да, он находится среди тех, которые, так сказать, как бы проявляют некое насилие против природы Божией, так сказать, некое насилие против божественной воли. Ну и далее, так сказать, идет, так сказать, акцентуация внимания на то, что там, в частности, находятся садомиты и, так сказать, и люди, которые, так сказать, как-то другим образом, так сказать, да, вот, творят насилие против божественной воли. Но посмотрим на монархию Данте. Его, я обращу внимание, что монархия Данте писалась в 1310-1313 годах. А ад закончит Данте около 1313 года. То есть это практически близкие хронологические произведения Данте. Так вот, в монархии Данте Данте говорит, там, в частности, цитирует того же самого Лукана, и даже более того, того же, то же самое место, Данте приходит к выводу. Из сказанного очевидно, что римский народ занял первое место в состязании со всеми домогавшимся владычества над миром. Следовательно, он занял его по божественному решению и, стало быть, получил это божественное, и стало быть, получил это по божественному решению, что равносильно тому, что получил он это по праву. Да, припомним, «Омне дисцернит церто суб юре конхерценс» – «все решает на основании своего твердого права», пишет эпиграфический текст о Флоренции первой коммуны. Когда Флоренция понимает себя как некий Рим, как некий наследник, некое продолжение и некий новый, так сказать, политический Рим. Так вот, возникает вопрос, актуальна ли для Данте еще одна причина помещения Латини в ад по этой самой причине творения, так сказать, насилия над волей Божией? Не актуально ли думать, что Брунетто Латини в частности находится в аду не столько и кстати говоря, находится в аду вместе с Присцианом в том числе, не столько и нисколько из-за каких-то, так сказать, садомитских, так сказать, наклонностей, но поскольку он является одним из идеологов политики флорентийской коммуны, направленной на замещение, так сказать, Рима, на установление новой римской, так сказать, власти, и таким образом это крайне противоречит политическим взглядам Данте, и это является еще одним, так сказать, таким важным, так сказать, во всяком случае для Данте, маркером того, чтобы поместить Брунетто Латини в ад, в известные, так сказать, нам, что называется, обстоятельства и в известный нам круг. Таким образом, что мы можем сказать, что текст и авторство Данте не противоречат возможности того, что автором текста, эпиграфического текста на Барджелло, на стене, так сказать, Дворца народа, является именно Брунетто Латини. И более того, как мне кажется, многие, так сказать, детали, о которых я вот, за неимением
такого достаточно большого времени, просто сказал бегло, все-таки говорят скорее про, чем контра того, что Бруно Толлатини является все-таки автором текста Борджелло. Во всяком случае, авторство Данте не препятствует такому, авторский текст Данте не препятствует такой мысли и такому весьма вероятному предположению. Спасибо.